В Мегионе готовятся к весне. В преддверии сезонного подтепления местные власти обсудили подготовку к паводку и пожароопасному периоду. Сейчас коммунальщики отрабатывают каждый сигнал, который к ним поступает. Мартовский график уборки и вывоза снега из микрорайонов, внутриквартальных проездов и территории Мегиона и поселка Высокий уже утвержден. Особенно важно во избежание подтоплений своевременно убрать снежные кучи, считают в мэрии. Власти прорабатывают вопрос с местными предпринимателями. Также говорили про очистку крыш жилых домов, школ, культурных и спортивных учреждений от наледи. Интенсивную работу в этом направлении пообещали начать уже со следующей недели, сообщается на сайте администрации Мегиона. Добавлю, 3 марта в муниципалитете проверят готовность автоматизированной системы экстренного помещения населения. Запустят электросирены и громкоговорители.